Итак, тара-та-дам. Евровидение, да? Первое место. И 60 тысяч рублей в виде услуг на доработку своего проекта. Нет. Видит договор, то есть можно потратить эти деньги на, собственно, оформление проекта. Не то, что мы услугами это даем. То есть деньги да. В лучшем виде в деньги деньгах. Будут, да. Деньги будут. Хорошо. Итак, первое место уходит к мышечной дистрофии Дюшена. Ура! Если вы хотите, можете сказать, что вы чувствуете. Это очень неожиданно. Спасибо большое. Ну, давай. Ну, мы сделаем все, что планировали, в общем, на эти деньги. Скорее всего, завтра придумаем чего. А, да, я говорил, что это неожиданно. Спасибо еще раз. Наташа. Большое спасибо уважаемым членам жюри. Большое спасибо за поддержку. Я слышала очень много теплых слов в наш адрес. Сейчас я прежде всего хочу поблагодарить Машу, нашего помощника, который с нами был 2 дня. А наша, где Маша? Вот она. Тихо, тихо, Толь, тихо, осторожно. Потому что без Машиной помощи мы бы не справились. Для нас это, почему для нас это важно? Для нас это очень большой шаг, потому что мы шли к тому, чтобы что-то изменить в этом направлении 2 года с тех пор, как узнали о Мишином диагнозе. И мы надеемся, что в нашей стране что-то изменится для семей, которые столкнулись с таким же диагнозом, как и мы. Потому что, к примеру, в странах Европы, например, там в Англии существуют десятки фондов, которые организованы семьями, они, конечно, все основаны на своих личных историях, и такие, ну, почему, как бы, может быть, не один фонд, а несколько, потому что они все собирают средства, но у них немного другие цели, они финансируют фармкомпании, и лекарства разрабатываются сейчас уже на подходе, и они разрабатываются именно в Европе. У нас фонд есть, он один, организовался год назад, и они тоже собирают средства, но на технические средства реабилитации, да, на коляски там и прочее, на большее. Они проводят очень важные мероприятия еще. Да, лагеря выездные стараются делать. В общем, для нас это полная неожиданность, и это большая для нас поддержка. Еще я хотела бы поблагодарить Дениса, потому что, Денис, спасибо тебе большое. Без твоего свежего взгляда на наш проект мы бы... Да, потому что структура сайта вырисовалась благодаря тому, что Денис пришел, свежим взглядом все окинул и сказал, что нужно делать. При том, что ни я, ни мой муж никогда не сталкивались ни с чем подобным до этого в вашей жизни, в профессиональной деятельности, а именно там созданием сайтов или каких-то таких информационных проектов. Спасибо, я не буду задерживать больше вас в своей речи. Спасибо огромное. Thank you.